Привет, друзья, а вот и я. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Зовут меня Владимир Симонов, а YouTube-канал называется «Флорист-пофигист». Welcome to Paradise. Фига себе длинное какое вот это вот приветствие. Ну ладно, я так уже это привык. Короче говоря, мы сегодня собираем композиции новогодние очень быстренько, потому что время нет вообще. Так, мы с вами посадили оазис, кусочек оазиса на пленочку, да, замотали тейп, анкор лентой. Здесь мы с вами срезаем углы. Для чего мы это делаем, я рассказывал в предыдущем видео. Ссылочка наверху будет. Так, это у нас поддончики, обычные такие прозрачные поддончики для горшечных цветов. Закрепляем с помощью анкор ленты оазис. Композиции будут равноценные, но немножко из разного материала, по цвету немножко разные. Забиваем композиции елью. Анобилисом. Кто это? Ель, сосна? Расскажите мне. Забиваем композиции нобилисом. Выпрямляем спину. Втягиваем живот. Немножко делаем их вниз, да, чтобы смотрели, чтобы они кухоньку-то все прикрывали, чтобы не было видно технической вот этой пленки, там анкорчика, всего вот этого. С наклончиком. Стебли нобилиса зачищаем тоже, чтобы у нас иглы не разбивали оазис. Иголки. Кому больше нравится, как, иголки или иглы? Мне нравятся иглы. Иглы? Иглы мне больше нравятся. Иглы. А что-то иглы сыпятся с вашего нобилиска. Какие-то ненадежные иголки. А, иголки можно еще. А будьте любезны, свечей мне пероральных. А есть свечи пероральные? Это же... Нет, это, не, наверное, нет таких свечей. Ректальные есть, я знаю, да? Новогодние имеются. Мы какие сюда поставим, как считаете? Новогодние? Может, ректально новогодние? А прикольно, кстати, композиция с этим. Анкор? Спасибо. Ну, пожалуйста. Так, делаем ее такую плоскенькую. Мы же ее плоскенькую делаем, верно, Татьяна Ильинична? Мы же не делаем высоконькую, да? Свеча горела на столе. Свеча горела. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что-то там в оконной раме. Как новогоднее настроение, друзья? Как у вас? У нас нормально. У нас нормально. Как моя бабушка говорила, у нее спрашивают, как у тебя дела? Как у вас там дела-то? Она говорит... Все хорошо, все болеют. Хорошо, все болеют, хорошо.
что болеют. Если ты болеешь, значит, ты еще не умер. Еще живой пока. Так, ну вот смотрим, добиваем, да, чтобы у нас формочка такая была более или менее симпатичная. Ну, что такое симпатичная более или менее? Так, чтобы вам понравилось, да? Осторожно. Ага, благодарствую. Нормально? Ну, тут на шпажке, значит, анкорчиком замотано. Вообще, это можно лентой задекорировать было бы. Но мы этого делать не будем. Не будем, но времени нет. Извините, мы не будем этого делать. У нас времени на это нет. Фитили у свечей у нас стоят всегда мажорненько, да, они у нас не висят и внешний вид не портят. Ну, то есть это вообще обычные стандартные такие, как бы, условность такая, что, ну, как бы это не очень выглядит, да, когда вот такая вот композиция, я часто фотографирую, так вот еще фитили в разные стороны, как бы, не надо. Пусть такое все мажорное будет, да? А то сразу, когда фитилечек висит, то сразу такой это видочек минорненький. Вот что на лице за ухмылка? Вы сейчас про что вообще? Я? Ну. Я вообще нормально. Никакой ухмылки. Я подумал, что-то вам про висячий фитилек что-то не понравилось. Я даже вообще не слышала, что ты говорил. А, ну ладно. Какие-то фитили. Фитили какие-то там. Да я все про эти. Про свечи. Ну, чего, распределяем мы материал, распределяем мы его неравномерно, тоже группируем, соответственно, ну и так, чтобы у нас были контрастики, да, крупное, мелкое, пожалуй, что вот так вот, да. А по-хорошему, мы, конечно, делаем это все, монтируем на проволоку, чтобы у людей все это удачно доехало до их праздничного стола. Вот такие вот острые кончики мы подгибаем, чтобы они никого там не травмировали. Ну, это вообще, в принципе, тоже, да, подгибаются кончики, чтобы они нигде не кололи, да, никого не там, не обижали. Ну, я не про эти кончики пока. А внизу также мы подгибаем хвостики, мы подгибаем, такое делаем. Ну, крючочек, да, такой крючочек делаем, чтобы он за оазис внутри цеплялся и не вываливался. А звезды из пробки. Ну, пробка продается тоже в строительных магазинах. Из этой пробочки вот вырезаем звезды. Так, вот это вот чудо-юдо мы можем приклеить. Это у нас кто? Красный снеговик, правильно. Красного снеговика мы приклеиваем тоже на проволоку. Ну что, делаем такую вот петельку, да и приклеиваем на попку ему петельку. Вот и все. Горячим клеем. Я думал, вы мне побежали горячий клей нести. С клеем тоже работаем аккуратно, да, чтобы у нас... клеевая техника, она на самом, ну, она не сложная, да, сама по себе клеевая техника, и с помощью нее много работ можно делать, можно много с мелкими элементами работы, да, создавать какие-то интересные фактуры. Но при этом нужно работать тоже, опять же, очень аккуратно, да, в том плане, чтобы у нас не было вот этих вот сопелек от горячего клея. Потому что выглядит это все весьма неопрятно. Вообще в больших работах, чтобы убрать такие вот сопли от горячего клея, достаточно подуть строительным феном слегка, да, и все, и он такой испаряется. Вот в таких работах, в мелких, нужно, конечно, ну, смотреть, чтобы они не тянулись, эти сопли.
вообще у нас нет цели, да, такой вот задекорировать сразу же сейчас вот эти технические элементы, да, техническую кухню всю эту, да, у нас нет цели, да, где-то здесь потертая получилась свеча, вот, ничего страшного, мы все равно будем пользоваться не тающим снегом, да, все это забрызгаем аккуратненько, и как бы, и все будет очень даже декоративненько. Вот такие вот апельсины Татьяна Ильинична сушила в духовке. Не доедает женщина, а все вот, все сюда. Так бы вот, может, и апельсинку бы съела, а нет. Очень удобно, можно с помощью проволоки, да, и длину задать вот шарам, и направление тоже изогнуть, как вам нужно. Все, два раза обкручиваете вокруг попки шарика и стягиваете. Кто это? Плоскогубцы? Плоскогубцами, например. Пассатижи. Если где-то что-то выпадает, да, где-то не так, не сильно надежно держится, как вам кажется, да, подклейте горячим клеем просто и все. Так, шишки мы тоже делаем на проволоке. Ну, никаких тут хитростей нет, да, продеваем сквозь вот эти вот чешуйки и все скручиваем, все надежненько держится. Также подгибаем верхний кончик, да, чтобы все держалось. И подгибаем нижний кончик, все интегрируем в композицию. Так, у меня есть еще такие вот пенопластовые бусины, даже не знаю, но их если делать, то делать их. Татьяна Ильинична, поставьте, пожалуйста, на зарядку клей остыл. Вот, если их делать, то, соответственно, делать на, ну, группами распределять. Сейчас мы пока... Так, все, пока клей у меня греется, я займусь пока второй забивкой второй композиции. Композиции эти у нас без цветов с вами, они спокойненько достоят себе и до Старого Нового года, и до Рождества, да. Ну и в общем говоря, я думаю, до следующего Нового года достоят, да, но единственное, что нужно будет немножко реставрации им, да, чтобы это освежить Нобелес. Вот. Ну, водички подливать, конечно, да, нужно, Нобелес пока еще живой. Все-таки не мое это. Не мое это.
Да кто ж так чистит-то? А давайте уже, господи. В чем дело? Так, пока ваш помощник чистит вам Нобелис, вы, значит, ставите свечи быстренько, да? Пьете кофе, ходите. Пьете кофе или не кофе. А вот такие вот, знаешь, как я ставлю? Кстати, вот вилку делала, да, вот так вот бывает здесь, вот срежешь, да? А потом берешь вот так вот, раз вот. Они как бы как склеиваются. И раз вставляешь, и они так стоят. Так прикольно. Ничего не понял? Ну ладно, допустим. Ну вот смотри, ты же вот так поставишь как-то, не это, а здесь вот свободно. Надо, чтобы вместе они были. Вот так вот втыкаешь. И они подальше. Все, эти фитилечки подрезаем аккуратненько, чтобы красивенькие были. Ставим их стоя. Тебе еще много надо? Кого? Нобелиса. Ну еще надо бы. Устроить такой ответ? Да. Отлично. Так красиво, смотри, какие они красивые. Угу. Как будто живность какая-то там наплодилась. Так вам понаставить? А я могу. А ты пофигист, я знаю. Все? Вот так, да? Да. Ну, все. Мне нравится. Какие красивые, маленькие. Так, лошадей. Фиксируем проволокой. Фиксируем. Что мы их фиксируем? Ну, короче говоря, монтируем с помощью проволоки. Татьяна Ильинична, ну прекращайте, ну мне тут голову морочите. Ну вот, немножко ускорил я процесс. В принципе, по первой композиции было понятно, чего растягивать, да, удовольствие повторяться. Вот, в принципе, они аналогичны, да, просто разный состав, аналогичные по форме, по своей, ну и по составу, в принципе, просто по цвету они отличаются немного, да. Еще раз смотрим, да, что мы вот группируем какие-то элементы, здесь вот группируем. В принципе, даже если где-то у вас тут разрозненные получаются материалы, а здесь не очень много материалов на самом деле, вот, то у нас все с вами чудесненько исправит укладочка. Да, снег-спрей, он у нас кухню закроет всю, вот этот анкорчик, да, припорошит, ну и плюс добавит белых пятен, ну не то что пятен, она в принципе будет такая вся белесая, у нас скрадутся, да, некоторые вот такие вот моменты, если где-то у вас есть такие вот недочетики, где-то не грубки, где-то там по отдельности, в общем говоря, ничего страшного, у нас такое вот, а у нас вот так вот можно. Тоже не перестарайтесь, да, немножко вот так вот, как бы. Можно и на шары где-то, но не так, чтобы у вас покрылось все этим белой краской, да. Кстати, вот хорошо сразу сопли все видно. Вкуснятинка. Все это убрали, все почистили, все, велком.
Welcome to Paradise. Вы мне миллион хотите отправить какой-нибудь? Mm-hmm. Да, перестаньте. Это вы к чему? К тому, что не повезете меня? Да не надо, господи. Да не везите меня, не везите. Скажи, пожалуйста, да у вас и так для она. Для меня это важно. На 10-10 или там 74? На 10-10 ты тебе видишь. Все, да, немножко сбрызнули. И вот здесь вот, где у нас кухоньку, видно, там тоже вот все это припорошили. Только вы, когда снег покупаете, вы смотрите, что было написано на нем не тающий, потому что купите тающий, ну, он у вас и растает, вот и все. Так, все, вот наши куклы готовы. С наступающим Новым годом, друзья! Жмякните, пожалуйста, на пальчик вверх, поддержите мой канал пальчиком вверх, поддержите мой канал комментарием каким-нибудь добрым, а может быть и недобрым, я не знаю, чего я заслужил в этом видео. Вот, не забудьте, пожалуйста, подписаться и нажать на колокольчик. Всем счастья, любви, здоровья, успехов в личной жизни. Обнял, поднял, покружил, на место поставил.